Здравствуйте. Я Фомина Вера Петровна. Я заведующий Акшуатским историко-этнографическим музеем и туристическим маршрутом «Акшуат в гостях у Поливанова». Я рада сегодня рассказать о нашем маршруте и о том, о тех туристических объектах, которые есть у нас в Акшуате. Дело в том, что вот наш маршрут называется «Акшуат в гостях у Поливанова», потому что все, чем сегодня мы, в общем-то, гордимся, туристы в основном приезжают к нам вот по местам, связанным с жизнью и деятельностью Владимира Николаевича Поливанова. Владимир Николаевич Поливанов – человек очень известный в Симбирской губернии, он видный общественный деятель, член Государственной Думы третьего созыва, председатель Симбирского дворянства, первый председатель архивной комиссии. Он в нашем Акшуате, в своем акшуатском имении, открыл первый частный музей. И сегодня коллекция этого музея составляет большую часть художественного краеведческого музея. И, конечно, акшуатцы благодарны Владимиру Николаевичу Поливанову за то, что нам он оставил такой замечательный дендропарк. Дендропарк, который сегодня является памятником природы, особо охраняемой природной территории и местом притяжения отдыхающих, туристов, ученых, кто любит экологию, кто любит природу, кто любит просто походить, погулять в тенистых, спрятаться от жары в тенистых аллеях парка. Но вот наш акшуатский дендропарк, конечно, старый, он нуждается в заботе. И вот благодаря этому маршруту, благодаря тому, что такое внимание мы привлекаем к парку, парк жив, парк остается привлекательным благодаря тому, что, во-первых, в 2013 году мы выиграли грант Русского географического общества, и была открыта впервые у нас в Ульяновской области оборудованная эколого-краеведческая тропа. Она тоже называется «В гостях у Поливанова». Она проходит по местам, связанным с жизнью и деятельностью Владимира Николаевича, семьи Поливановых, и с самыми интересными природными объектами. Вот ежегодно до 3000 человек посещает наш маршрут туристический. И, конечно, больше, чем 3000, наверное, если все это просто вот свободных посещающих, гуляющих по парку. Люди, очень много приезжает сейчас людей, чтобы просто подышать с семьей вот в таком красивом месте. И хочу похвалиться, что акшуатцы очень поддерживают и гордятся тем, что у нас есть такой замечательный дендропарк. И, в общем-то, силами акшуатцев сегодня проводится такой косметический летний ремонт дендропарка. Вот, есть еще одна часть у нас в дендропарке. Она на сегодняшний день находится в таком заросшем виде, и не каждый может найти там экзоты, которые сохранились. Вот сегодня мы пишем грант еще один, чтобы была у нас в дендропарке еще одна экологическая тропа. Она будет называться Акшуатская кругосветка. Мы назвали ее кругосветкой по аналогии с Симбирской кругосветкой, которую проводила Ульяновская правда. Это наш маршрут будет проходить по тем местам, по тем деревьям растительности, которая привезена Поливановым с разных природных зон мира. И вот путешествуя, гуляя, переходя от одного дерева, от одной площадки к другой, посетители, в общем-то, и будут участниками акшуатской кругосветки. Ну, конечно, наш маршрут не был таким привлекательным без музея. Нашему акшуатскому музею в этом году исполнилось 100 лет. Он ровесник Советскому Союзу, потому что открывался наш музей, школьный тогда музей, к 60-летию со дня образования СССР. Это давняя очень история. Вот в акшуатской школе, я выпускница акшуатской школы, и меня воспитывали учителя, которые уже занимались краеведением и интересовались, и собирали историю села. Но ее нельзя было не изучать, потому что, я еще раз говорю, Владимир Николаевич Поливанов оставил большое наследство. И когда я приехала работать в акшуатскую школу,
Тогда, может быть, повлияли вот учителя, которые меня воспитывали в этой школе. Мои родители очень много говорили всегда, подчеркивали, что вот мы живем в Акшуате, и Акшуат имеет такую интересную историю. Потому что родители мои приехали в Акшуат молодые, и они еще застали, когда картины из дома Поливанова ими закрывали там дыры в окне вместо разбитого стекла или горшки с молоком. И такое было в истории. И, конечно, наш музей создавался и создался в школе благодаря пионерской организации. Дело в том, что в 80-е годы была такая эколого-краеведческая экспедиция «Моя родина СССР». Там были разные направления. И наша школа, она работала, как и все пионерские организации России, по этим, ну, мы работали неформально. Директор в начале года писал приказ о создании экспедиционных отрядов, потому что каждый класс посвящался в экспедиционный отряд. Каждый экспедиционный отряд получал задание торжественно, торжественной линейки, создавался под приказом директора штаба экспедиции. И вот когда дети работали по этим направлениям, а направления были разные. Это было и патриотическое по Великой Отечественной войне, и о природе, и о хозяйстве села. И когда выполняли дети все эти задания, причем по итогам заданий каждый год надо было сдать вот в штаб экспедиции материал, который они наработали. Поэтому у нас сейчас хранится очень много воспоминаний, анкет. Там вот «Красный галстук в твоем доме» или «Вдова Великой Отечественной войны» или «Житель улицы Ленина». Вот разных, очень много анкет. И очень много сохранилось альбомов, которые делали вот классы по заданию. И когда получилось, что материал собрал, вот собирается уже очень много, как-то надо было его систематизировать. В школе в ту пору был очень опытный директор Козлова Галина Сергеевна, заслуженный учитель. И она, наверное, постарше, поумнее была нас, молодых. И именно она нас подтолкнула к созданию этого музея. Сначала была маленькая комнатка, а потом нашлось небольшое помещение. Это было совершенно, ну, где-то 20-25 квадратных метров. И там и был открыт первый в нашей вот школе комплексный краеведческий музей. Вот сейчас нашему музею 40 лет. За 40 лет он потерпел много изменений. Он переезжал из школы в школу, из кабинета в кабинет. Но он никогда не был в забвении. Он всегда работал, дети всегда работали в этом музее. Он всегда пополнялся. И даже когда я была директором школы, и, в общем-то, было уже очень сложно вот совмещать, я всегда, никогда, ну, не оставляла это детище школы. Причем к чести вот нашего педколлектива у нас был период, когда мы активно включали материал музея в учебно-воспитательный процесс. И если учителя-предметники включали материал музея в свои в уроки, ну, во время урока, в урочную деятельность, то в воспитательной работе, тогда я была замдиректора по воспитательной работе, и была составлена программа «Мир народных праздников». И тогда мы всей школой изучали вот эти праздники, и не просто изучали, а возрождали их. И сегодня я вижу уже эти плоды, потому что в Акшуате у нас много, ну, мы праздники многие русские народные как бы проигрываем, разыгрываем, как инсценируем. У нас же они живут уже, наверное, нормальной такой жизнью. Это же вороночки. Вот, когда мы первый раз, моя мама, кстати, вот учила нашего школьного повара печь вот эти булочки, жавороночки, повар даже не знал, как их слепить. А сейчас в каждом доме и дети бегают, как это, ну, было принято с этими жаворонками. Это колядки. Когда и взрослые, и дети, это не просто уже нормально, наряжаются и ходят из дома в дом, и мы ждем, и мы готовимся. И много праздников. Мы вот, допустим, день первой каши, Тит последний гриб растит, у нас же грибной край Акшуат. Поэтому вот эти вот народные праздники, они
сейчас живут нормальной своей жизнью. Причем уже и позабыли, выросли уже те дети и родители, с которыми мы вот начинали это все это по книжкам изучать, а теперь уже позабыли об этом и считают, что это как был при наших бабушках, так и живут эти традиции. Вот я считаю, что это все-таки благодаря вот этой работе педколлектива, школы, музея по изучению народных традиций. То есть мы вовремя это начали делать. Дело в том, что я стала замдиректора по всей этой работе в начале 90-х, и тогда пионерская организация, комсомольская организация, которая организовывала деятельность в школе, она была приостановлена, а другого не было. И вот мы нашли эту нишу, и нам очень помогла эта программа «Мир народных праздников». Сегодня наш музей уже не школьный, сегодня это уже муниципальный музей. Он находится в отдельном здании. У нас несколько разделов. У нас есть зал Поливанова. У нас есть русская изба конца XIX века. У нас есть зал середины XX века, послевоенный зал. У нас зал есть героев. Дело в том, что у нас в Акшуа 4 героя. Есть участники чеченской, афганской войны, и венгерских событий, и участники югославских событий. И 400 человек у нас участвовали в Великой Отечественной войне. Все это вот в этом зале. Есть на деньги гранта оформлен был зал «Акшуатская лоза». И благодаря нашему музею, в общем-то, сохраняется сейчас этот промысел. Мы все делаем для того, чтобы единственный промысел в Ульяновской области – лозоплетение, который, в общем-то, тоже был в Акшуате открыт по инициативе Владимира Николаевича Поливанова. Именно он построил специальную мастерскую, красивое здание. Он пригласил мастера Репко Евгения Васильевича с Украины. Он построил для него красивое здание, которое сейчас в нем живут люди. И вот с 1911 года в Акшуате плетут из лозы. Конечно, в 90-е годы после банкротства, после того, когда лесничество закрыло этот цех, конечно, мастера перестали передавать друг другу это мастерство. А потом мы и сами виноваты. Мы стали покупать китайские красивые всякие дешевые пластмассовые, пластиковые там предметы. И вот пришло время, когда, в общем-то, осталось 2-3 мастера в деревне. Для того, чтобы спасти этот промысел, ну, во-первых, вот уже в школе ведется более 10 лет такой кружок. И, конечно, мы проводим мастер-классы. Когда, конечно, на одном мастер-классе сложно научиться плести. И многие приезжают, когда на мастер-класс, и желают уехать с готовой корзиночкой. Вот они полчаса или час посидели, и вот надо, чтобы каждый уехал с корзиночкой, с готовой. Но когда они начинают плести солнышко, вот донышко, и видят, насколько это сложно, я всегда успокаиваю, что когда вы пришли в первый класс, вы тоже не сразу стали писать сочинения на вольную тему. Сначала писали крючки и палочки. И вот лозоплетение, хоть и кажется, что это обыкновенная корзинка, но это большой труд. Это мастерство, которому надо учиться. И, конечно, наша мечта, чтобы этот промысел он жил, чтобы он возрождался, возобновлялся. Мы сделаем все для того, чтобы его сохранить. За эти годы исследования, которые проводились школьниками, родителями, я много лет занимаюсь, изучаю в селе, истории села, истории каждой семьи, истории организаций. Все это у нас записано, все это у нас хранится. Конечно, это не хранится мертвым грузом. Мы стараемся это публиковать в районной газете. И очень хорошо, что есть краеведческий журнал «Мономах», который помогает, чтобы наши все исследования увидели, с ним познакомились широкий круг читателей. В «Мономахе» мы опубликовали
материал о нашем знаменитом фотографе. У нас есть чудесная коллекция, 1500 негативов нашего фотолетописца Алексея Федоровича Коблова. Он фотографировал Акшуат с 40-х, с 49-го года по 70-е годы. И оставил нам наследство вот эти 1500 негативов, на которых вся история села за эти годы. Мы публиковали материал о Коблове. Сейчас мы отправили статью в Росфото о этих негативах. И, конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше людей увидели, познакомились с этой удивительной коллекцией. Лозоплетение, мы его мало того, что мы изучаем и пропагандируем, но история лозоплетений, столько людей уже было задействовано, плели эти корзины. В общем-то, плели в каждом доме. Наверное, каждый человек в Акшуате в свое время плел из лозы. И чтобы не забыть о этих людях, о истории лозоплетения, у нас тоже исследование интересное было по лозоплетению, оно тоже опубликовано в «Мономахе». И акшуатцы, в общем-то, гордятся, и после этого они стали больше интерес проявлять к этому краеведческому изданию, потому что там очень многие нашли своих фамилий, своих дедов, прадедов, соседей. Очень интересная публикация и своевременная публикация у нас была о истории Акшуатской церкви. В Акшуате было церковь первую построил еще Никит Кудрявцев в 1741 году. Потом Владимир Николаевич Поливанов на смену обветшалой церкви построил в начале 20 века новое здание. Церковь была всегда двухпрестольная. Главный престол во имя Тихвинской, иконы Тихвинской Божьей Матери. И вот сегодня, несколько лет тому назад, по инициативе прихожан, по инициативе вот, жителей села, был построен новый храм. Потому что, к сожалению, ни первый, ни второй храмы не сохранились. Но сегодня в этом храме хранится главная ценность села – престольный икон Тихвинской Божьей Матери, которая написана в 1743 году. И вот чтобы поддержать жителей, вот эту активную часть населения, которая занималась этим строительством, было собрано материал, опубликован тоже в журнале «Мономах» о истории Акшуатской церкви. Русское искусство. Поэтому о нашем изобретении знают теперь читатели всей России. Мы вас приглашаем посетить не только музей, но и наш Акшуатский дендропарк. Парк наш чудесен в любое время года. Я и зимой люблю вот, прогуливаться по парку. И, вы знаете, не менее интересен он сегодня. Вот мы видим следы. И чтобы расшифровать все следы, я всегда говорю родителям, вы пойдите вместе со своими детьми, пройдитесь по этим следам, пройдите по этим аллеям. Вы заставите своего ребенка подумать, да что же это за следы, куда они ведут, что она где-то там погрызла веточка, где-то мы видим, вот белочка спустилась, вот ее следы, а вот здесь вот ее погрызки. Ну и, конечно, летний парк, он привлекает, мало того, что он привлекает вот такое количество жителей, любителей природы, он является местом воспитание патриотизма, любви к нашей природе. Ведь многие приходят и видят, насколько она красива, насколько это насколько вот волнует эта красота. Ведь если бы люди не получали такого эстетического удовольствия, вряд ли столько отдыхающих было у нас в нашем парке. Когда приходишь в наш парк, посетители вот, заходят в тенистые аллеи. Когда вот, иногда, знаете, такие бывают посетители, они говорят, ну что, мы елки, что ли, не видели? А я всегда говорю, а вы голову поднимите. А вы видели вот такие вековые ели? А вы видели когда-нибудь вековые кедры? Видели ли вы когда-нибудь деревья выше, чем ваши городские многоэтажки? Потому что эти деревья в основном посажены были
140 лет тому назад, ну, чуть, может быть, меньше, Владимиром Николаевичем Поливановым. В этом году исполняется 140 лет со дня Акшуатского лесоразведения Владимиром Николаевичем Поливановым. Поэтому самые деревья, самые высокие деревья в парке, они ровесники вот этого лесоразведения. В парке не только живописные поляны, живописные аллеи, но не менее живописные поляны. Когда-то на этих полянах, по воспоминаниям акшуатцев, росли цветы. Они все были засажены цветами. Акшуатцы еще много-много лет тому назад, старожилы вспоминали, что ведь во времена Поливанова, это мы можем наслаждаться сейчас вековыми елями, соснами, лиственницами, а во времена Поливанова это были небольшие маленькие деревья. Люди, гости прогуливались по аллеям, но они видели невысокие, вновь посаженные деревца. А вот вдоль этих аллей были аллеи, по весне расцветали тюльпаны. И потом уже акшуатские наши бабушки, они все жители работали, кто в дому, кто в саду, потому что во времена Поливанова парк не назывался парк. Это парком он стал уже вот в 60-е годы, когда он стал памятником природы, мы стали его называть. А во времена Поливанова, и Поливанов пишет сад, и в письмах они между собой пишут, что это сад. Так вот, акшуатские женщины и дети, они работали кто в саду, кто в дому. И вот, работая в саду, как раз и высаживали эти цветы в течение всего лета. То есть парк, он всегда цвел разными, в разные времена года вот, вот этими аллеями из цветов. И есть интересный рассказ жительницы села, Переведенцева Мария Александровна, ее прабабушка работала, прадедушка у нее работал поваром у Владимира Николаевича Поливанова, а прабабушка работала в доме у Владимира Николаевича Поливанова. И когда Мария Александровна была школьница, она давала ей перерисовывать с какой-то картинки тюльпан. Тогда тюльпан в Акшуате никто не сажал. И, в общем-то, ну, про тюльпаны название даже, наверное, такого еще и не знали. И тогда Мария Александровна рассказывает, что я бабушку спросила, да что ты меня заставляешь цветок какой-то странный рисовать? Я и не видела никогда его. Тогда вот она ей рассказала вот интересную историю о цветах акшуатского дендропарка. Ну, сегодня в дендропарке нет цветов. Скорее, он напоминает такой лес. Но, может быть, это хорошо. Потому что не надо ехать куда-то далеко-далеко, чтобы попасть вот в такое удивительное место, где такое сочетание такой дикой природы, первозданной, и ухоженных, красивых, вековых деревьев, которые нам оставили наши потомки в наследство. Конечно, нам хотелось бы, чтобы территория парка была более ухоженной. Мы проводим, администрация нашего района помогает в этом, лесопромышленники проводят свою какую-то там вот работу, но я думаю, что все-таки этого мало. Наш парк заслуживает большего. Наш парк заслуживает того, чтобы вот его в первозданном виде, конечно, мы не можем возродить такой, как он был у Владимира Николаевича Поливанова, но чтобы дети, которые приходили, они видели, что мы уважительно относимся к своему и наследию, и уважительно относимся к своей красивой природе. Потому что когда вот я вижу, что там где-то вот лишнего заросла аллея или там поляна крапивой, конечно, когда дети видят, что мы так относимся к этой красоте, мы не воспитываем их патриотизм и чувство любви вот, к красивому. Поэтому мы будем делать... Сейчас мы вот пишем грант, будем надеяться, что этот грант будет победителем, и у нас будут средства, чтобы еще одну часть нашего дендропарка ввести в туристический маршрут, чтобы наши посетители приезжали там не на час, не на полтора прогулки в нашем парке, а чтобы они могли прогуляться, ну, вот весь, на весь день приехали, остались и провели время с пользой,
поправили свое здоровье на этом свежем сосновом воздухе. И потом долгое время вспоминали про наш Акшуат. И о нашем музее, о нашем парке, и о нашей церквушке. И, конечно, о Владимире Николаевиче Поливанове, в честь которого назван этот маршрут, которому мы благодарны за те туристические объекты, которыми сегодня мы гордимся. А Владимиру Николаевичу Поливанову в этом году исполняется 175 лет. Поэтому ежегодный наш праздник Поливановский, который проходит в начале июля, я думаю, мы будем проводить в этом году как-то по-особенному, потому что год все-таки юбилейный. Спасибо за внимание. И мы ждем вас в гостях в Акшуате. Мы ждем вас в музее, ждем в Акшуатском дендропарке, ждем на празднике в гостях у Поливанова, ждем на экологические акции субботники, которые будут проводиться в течение года в рамках нашего гранта.